Сегодня, в канун Дня семьи, любви и верности, в областной столице чествовали супружеские пары. Они знают секрет семейного счастья, ведь прожили рука об руку 30, 40 и даже 60 лет. Сегодня поздравления принимали и пары со стажем, и те, кто только начинают совместную жизнь. Этот день Игорь и Александра будут вспоминать всю жизнь. Сегодня они связали две свои судьбы в одну, а в свидетелях у них губернатор Игорь Орлов. Храните вашу любовь, любите друг друга. Ну, конечно, стройте большие планы, обязательно их реализуйте. Судьбоносным для молодоженов стало общее увлечение танцами, где Игорь и Александра и познакомились. Эта история навевает воспоминания и еще одной паре – Галине Павловне и Роберту Николаевичу Бондаревым. Супруги до сих пор помнят первую встречу в мае далекого 59-го. Мы пошли на танцы много. Вот, значит, у меня подружка приглядела одного блондина. И говорит, я, значит, пойду танцевать сейчас. Я говорю, подожди лучше, сначала я посмотрю. И пригласила его. И вот так пригласила на 60 лет. Семейная копилка Бондаревых и других семейств региона сегодня пополнилась еще одной ценной наградой – медалью за любовь и верность. Она присуждается тем парам, кто смог сохранить семейное счастье на протяжении нескольких десятков лет. Наверное, Иоанн Златоуст говорил как раз об этих семьях, когда сравнивал мужа и жену с рукой и глазами. Когда боль на руке, то плачут глаза. Когда из глаз течет слеза, то ее утирает рука. Приятную награду получили 74 супружеские пары региона. Но самое ценное у них, конечно, уже есть. Долгая и счастливая жизнь рука об руку, дети, внуки и тепло семейного очага. Загадав самое главное желание, они запустили в небо белых голубей. Наталья Пульна, Денис Линчевский, регион 29.